Раньше были цмоки Минска, теперь просто Минск. Белорусский клуб готов к старту сезона в Единой лиге ВТБ под новым названием. А защитники Владислав Микульский и Кирилл Ситник готовы к рубрике «Было-не было». Привет, я Кирилл Ситник. А я Влад Микульский. И это рубрика «Было-не было». Конечно. 100%. Это же детская травма какая-то. Можно даже 2 раза. Я помню, окно не закрыл, меня выгнали из срока. И за что, я не понял. Просто выгоняли. За то, что не выучил. Не выучил? На английском было, да. Да, блин, много разных причин было, за которые можно было меня выгнать. Ни разу. Я тоже ни разу, это не моя тема. На Global Gathering ходил, когда маленький был. Втихаря от мамы. Там до 11 можно было по закону, и я там что это такое? После. Знаешь, когда диджеи приезжают, очень много диджеев, и в Беларуси раньше проводилось все, на все, этой на Боровой. Вот типа того, open air, да. Это там очень было круто. Бывало. И это проблема. В серьезной команде можно немножко отхватить. Или потерять в деньгах. Не было. Я все время выхожу. У меня есть такое, так, тут это майка, это шорты, ты вторые шорты. Ты ни разу кроссовки не забывал? Ни разу. Я тебе клянусь, ни разу. Я потом так, он так, первый раз кроссовки, в нормальной команде. Точно. Кроссовки, носки, я вот так вот тебя по 2 раза перед выходом проверяю. 100%. Нет, я тебе говорю, ты никогда не замечал? Нет, я не верю тебе. Не веришь? Ну ладно, зато зрители. В автобусе забывал? Я честно. Нет. Про тренировку, наверное, нет, но время. Время, да. И время. Про интервью сегодня. Я не знал, что я даю интервью. Он мне сказал вчера. Да. Говорит, ты знаешь, что завтра даешь? Я говорю, да. Сегодня говорить? Сегодня. Вчера, наверное, тоже было. Ну, да, когда ты помоложе, ты немножко волнуешься. Я бы сказал, наверное, проще выделить день, когда ты помнил все комбинации и такой... Я сегодня все помню. Я сегодня все сделал. Все сделал сегодня. Было? Нет. Я был сумасшедшим. Я тренировался. У тебя сегодня PlayStation есть, да? Сегодня нет. Вообще есть? Вообще нет. Я считаю, что это трата времени просто сейчас, когда я уже повзрослел чуть-чуть. Если бы Кирилл бы вот позвонил бы мне когда-нибудь, Влад, братишка, приезжай, поиграем, я бы, конечно, приехал. Но Кирилл не звонит. Да, было. Читал. Было. Я читал целую ночь, когда тоже был, наверное, лет 11-12 Гарри Поттера. Тоже очень большой фанат, и мне все это очень нравится. И я для большего понимания 2 раза перечитал все 7 книг. А жена или девушка увидит это интервью? Так нет. Никто не писал. Да, конечно. Прямо сейчас.